А у меня нет нижней клеточки, потому что он ее оторвал. И вот в таких условиях мы с вами будем вынуждены существовать. Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня тема моего видео — это рост волос и как сохранить наши волосы здоровыми, как не терять длину волос. Я именно хочу затронуть сегодня тему сохранения длины волос, так как многие девчонки думают, что волосы у них не растут, но на самом деле у них проблема вся заключается не вот здесь, вот у корня, где волосы растут по факту, а внизу здесь, где кончики, которые постоянно обламываются из-за неправильного ухода или из-за отсутствия этого ухода, потому что я знаю очень многих девчонок, которые пренебрегают уходом. Я сегодня поделюсь именно теми продуктами, которые мне помогают сохранить и приумножить длину моих волос. Вдохновила, скажем так, меня на это видео моя парикмахер, которая сказала, что у меня очень хорошо растут волосы, и помимо этого, несмотря на то, что я съездила в отпуск, там были соленая вода, и прошу заметить, это не Черное море, это в разы более соленый Индийский океан. Также это было очень серьезное палящее солнце, разный климатический температурный режим, потому что в Санкт-Петербурге было около минус 10, на Шри-Ланке было стабильно плюс 30, и, соответственно, волосы мои очень много пережили за последнее время, но, несмотря на это, благодаря уходу, благодаря моему ответственному отношению, у меня волосы в прекрасном состоянии, они даже не секлись на момент прихода к парикмахеру. Поэтому мне есть чем с вами поделиться, есть что рассказать сегодня. Я расскажу именно о самых крутых, самых must-have-ных продуктах для меня, потому что хочется именно дать самое-самое важное, те этапы ухода, которые я считаю наиболее важными. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о самых важных и самых эффективных продуктах, которые помогают мне сохранить длину моих волос. Если данная тема вам интересна, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Прежде всего, я хотела бы остановить ваше внимание сегодня именно на маслах для волос, потому что очень многие девчонки считают, что масла для волос, они содержат очень большое количество силиконов, они вредны для волос, они не работают. Но особенно я хочу отметить именно для девчонок, у которых пористая структура, у которых очень секутся кончики и у которых окрашенные волосы, то есть девушки, как я, которые уже потенциально в зоне риска благодаря своему стремлению как-то приукрасить природный цвет волос. Соответственно, волосы здесь на концах, они мертвые. Самое главное, чтобы вы понимали, если вы покрасили волос, он уже мертвый, вы уже ничем ему не поможете. И сколько бы вы ни обмазали его кокосовым маслом, это ему сильно не поможет. Уже там ничего не дышит априори, уже там ничего никогда не будет расти, потому что у нас волосы растут вот здесь, вот, а не вот здесь вот на концах. И, соответственно, силиконы — это практически единственная вещь, которая там все это склеит достаточно надежно. Ну, плюс еще там кератин, всевозможные салонные процедуры. Но я бы не советовала пренебрегать именно силиконистыми маслами. То есть тут все зависит именно от тех масел, которые вы любите, для чего они вам нужны. У меня два масла, о которых я вам сегодня расскажу. Первое масло от Эго Мани, это даже не совсем масло. Сама марка называет это средство интенсивной сывороткой для нормальных и сухих волос. И здесь 100 мл, большой объем, баночка из темного стекла. Я это средство использую на ночь. Эта сыворотка очень масляная, очень насыщенная по текстуре. Здесь содержится большое количество масел, поэтому я ее использую именно на ночь перед мытьем головы. То есть я на ночь его использовала на кончике. С утра я помыла голову, волосы мои напитанные, увлажненные, очень ухоженные, мягкие, красивые. Мои кончики все очень сглажены хорошо, волосы смотрятся более густыми. И это средство потрясающе работает, как именно такой вот экстренный ночной уход, именно как такая маска длительного нанесения. Второе масло от L'Oréal, это знаменитый Mythic Oil. Многие любят это масло так же, как и я. Я реально считаю, что это одно из самых лучших масел для ухода за кончиками волос, для ухода за окрашенными волосами. У меня классическая версия. Я не заметила, что она как-то негативно влияет на цвет волос.
Соответственно, я в свое время выбирала между этой версией, версией для окрашенных волос, тестирую на данный момент эту, и, в принципе, на мои окрашенные волосы она никак негативно не влияет. Здесь очень большой объем, упаковка также выполнена из стекла, очень круто смотрится реально на туалетном столике. И самое главное, что хочется сказать, это потрясающий несмываемый уход для волос, потому что это средство очень легкое, оно не утяжеляет волосы, при этом оно прекрасно ухаживает за кончиком волос, оно делает волосы... Не обращайте внимания, оно так и будет. У меня просто кот спит под жалюзями и периодически двигает лапками. А там солнце. Настала весна, и у нас будет теперь так постоянно. Средство потрясающее, оно прекрасно ухаживает за кончиками, делает их мягкими, блестящими, красивыми. И очень-очень мне нравится это средство, именно как такой несмываемый уже уход. Сразу после мытья волос на слегка подсушенные волосы я наношу буквально один или два нажатия этого масла, и прекрасно волосы себя чувствуют, очень гладкие, красивые и ухоженные. Следующее средство мне тоже очень нравится, я его использую вместо масла, когда я укладываю, делаю именно гладкие волосы, то есть когда я либо их просто сушу и оставляю прямыми, либо когда я уже там на выход делаю укладку с прямыми волосами, то есть я уже еще дополнительно выпрямляю утюжком. Это увлажняющий крем для объема укладки от Эгомани. Здесь 100 мл, оно достаточно бюджетное, хотя сама линейка, в принципе, из среднего ценового сегмента. Это линейка от Лены Лениной с афродизиаками. Да, действительно, очень приятный запах. Здесь тоже большое содержание масел, очень полезных для полотна волоса. И это средство, оно действительно делает волосы как будто бы гуще. Оно ваши волосы делает, скажем так, как после кератинового выпрямления. То есть именно в самом хорошем смысле. У вас волосы очень прямые, гладкие, красивые, очень приятные на ощупь, очень густые. Лежат одним полотном, такой шторочкой. Любят на ютубе это выражение. Но так или иначе, волосы просто потрясающие. Как будто вы вышли из салона, вам там выпрямили все это, красиво уложили. Очень шикарное средство, мне безумно нравится, и оно за свой объем достаточно бюджетное, расход просто минимальный, хватает одной горошинки мне на всю укладку, на мою длину волос. Следующие продукты, которые я использую в своем ежедневном уходе, и я советую ими не пренебрегать, это несмываемый уход, так называемые несмываемые спрей-кондиционеры для волос. Я обожаю эти продукты, потому что они просто незаменимая палочка-выручалочка для окрашенных волос, которые любят путаться на концах. Это средство помогает вам расчесать ваши волосы, оно помогает кончикам ваших волос выглядеть на второй, на третий день такими же свежими и красивыми, как в первый. Это средство увлажняет волосы, оно приглаживает чешуйки волос, делает их блестящими, красивыми. И в моем случае я фанат линейки от Bonacure Moisture Kick. Также у меня в поездке был спрей от также от Bonacure, но линейка Color Freeze. По эффекту я разницы не заметила. Оба продукта не утяжеляют волосы, при этом прекрасно ухаживают за кончиками. Поэтому тоже я могу отнести спрей кондиционера такого рода именно к тем продуктам, которые нам помогают сохранить здоровье наших кончиков и, соответственно, сохранить длину и помогают отрастить волос. И последнее, на чем я хотела бы сегодня остановиться, это именно на масках. Очень многие девушки пренебрегают, правда, вообще никогда в уходе не использовали маски и считают, что это им не надо. Девушка красит волосы, прям хорошо так обесцвечивает и удивляется, почему волосы похожи на паклю. Честно, у меня была такая история. Мне эту историю рассказала моя сестра, которая занимается наращиванием волос. То есть это даже не история, а, скажем так, такой вот момент наблюдения мастера. То есть некоторые девушки наращенные волосы носят очень долго, наращивают по несколько раз, и волосы в идеальном состоянии, как новые. А некоторые девушки сразу после первого наращивания волосы снимаются и летят в помойку, потому что их невозможно восстановить, они реально похожи на мочалку. И такое уже не годится никак в работу. И когда спрашиваешь человека, вот как ты дошел до такой жизни,
Как же, я ухаживаю профессиональными средствами. Хорошо, чем ты ухаживаешь? Я мою шампунем Estelle. Это как бы не вопрос к марке Estelle, это именно к тому, что человек покупает исключительно шампунь профессиональный и считает, что все готово, все классно, и волосы у него будут в прекрасном состоянии. Нет. Ну, мое личное мнение, что чем более у вас поврежденный волос, тем больше вы должны, тем более серьезно вы должны подходить к уходу за своими волосами. Я сейчас прекрасно понимаю, что несмотря на очень хорошую структуру волос от природы, у меня волосы окрашены, они у меня серьезно обесцвечены, поэтому мой уход состоит из огромного количества продуктов. То есть, хорошо, я блогер, ладно, но я считаю, что по крайней мере, нормальный шампунь, нормальный кондиционер, нормальная маска, нормальный спрей несмываемый и нормальное масло, они должны быть в каждом арсенале девушки, которая ухаживает за своими окрашенными волосами. И плюс, если это блонд, если это осветленные волосы, у нее должно быть серебряный шампунь, серебристый, там, фиолетовый, как хотите, так и называйте. В любом случае, это must-have-ные продукты в уходе за окрашенными и осветленными волосами. Вернемся к маскам. Что касается масок, я вам показываю две, как пример. У меня это роскошь светлых волос, коралловая маска от Estelle. Это именно профессиональная маска, которая предназначена для салонного ухода. Но если вы постараетесь, то вы спокойно можете ее либо в каком-то салоне купить, либо где-то с оптовой базой ее приобрести. Так или иначе, можно ее купить, даже если вы не являетесь салоном, мастером для личного использования. Также у меня маска от Thai, это тоже профессиональный бренд испанский. И я вам советую настоятельно. Во-первых, я вам советую эти две маски, они действительно крутые, они прекрасно ухаживают за волосами. Вот это очень питательная, шикарная маска, спасла мои волосы на отдыхе. Она действительно поддержала их в хорошем состоянии, помогла расчесывать. И на море, я думаю, что она вот она именно, благодаря ей у меня в нормальном состоянии приехали волосы в Россию. Что касается этой маски, она потрясающе работает на осветленных волосах, чтобы поддержать красивый оттенок волос. Она сама по себе его придает, такой слегка розоватый, жемчужный оттенок. Она прекрасно работает, хорошо ухаживает за кончиками волос, делает их очень напитанными, очень такими ухоженными. При этом она не утяжеляет волосы, то есть это потрясающий профессиональный уход без утяжелений. Самое главное, что бы я советовала, это именно без такого, знаете, снобистского пренебрежения к масс-маркету. Если у вас волосы здоровые сами по себе, если у вас хорошие волосы, вы можете пользоваться любой маской. Если у вас волосы окрашены, очень желательно, чтобы это была именно профессионально работающая маска для окрашенных волос. Потому что для вас маска – это прям такой серьезный помощник по сохранению качества ваших волос, длины ваших волос, ваших кончиков в здоровом состоянии. Поэтому очень настоятельно вам советую серьезно подойти к выбору маски и советую все-таки смотреть среди профессиональных марок, хотя бы это будет Estelle. Estelle, кстати говоря, очень в последнее время поднялись именно по качеству своей продукции. У них очень много есть достойных продуктов, у них большие объемы масок, хватает надолго, и действительно у них рабочие продукты. На прощание мне хотелось бы вам пожелать здоровья ваших волос, чтобы волосы ваши красивые были, той длины, которую вы пожелаете, чтобы все восхищались вами, потому что для женщины красота волос – это безумно важно. И, наверное, хочется отметить, так, такое напутствие, я сегодня прям как такой преподаватель перед студентами. И напоследок хочется сказать, что девушки, особенно вот кто окрашивает волосы, кто с ними что-то делает такое, даже при самом хорошем окрашивании, при самом модном на сегодняшний день окрашивании, если ваши волосы будут нездоровыми, неухоженными, если концы ваши будут сечься, никто ваше окрашивание не заметит. Самое главное – это здоровье и качество волос.
На этой прекрасной позитивной ноте мне хотелось бы закончить. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Обязательно напишите мне в комментариях, какие классные продукты для сохранения кончиков волос, для сохранения полотна волоса знаете вы, что для вас must-have-ные продукты по уходу за волосами. И обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, жду вас там в гости, там есть потрясающие посты с невероятными красотами Шри-Ланки, также с кучей полезной информации по путешествию по Шри-Ланке. Также иногда я там делаю обзоры на косметику, поэтому если вы не подписаны, вы очень много теряете. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео и пока-пока!